Здравствуйте, с вами Элина, и в этом видео таро-прогноз, который ответит на вопрос, что меня ждет в личной жизни. Выберите одну из трех карт и послушайте совет, который дадут вам арканы. Если вы выбрали карту номер один – колесница, в отношениях будет оживление. Карта также может указывать на любовный треугольник или новое любовное приключение, путешествие. В целом карта предвещает благоприятные события. Карта номер два – башня. Эта карта указывает, что непродуктивные отношения затянулись. Возможно, вам открылась истинная суть того, кого вы боготворили и были очень влюблены. Карта говорит либо об разрыве отношений, либо об обновлении их полностью. Третья карта – шут. В ваших отношениях начинается новый этап. Ваша любовь несерьезна, вы просто наслаждаетесь жизнью и своей увлеченностью. Ваш партнер – беспечный человек, и он совершенно не думает о будущем. У него нет пока в планах строить с вами семью. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько совет, который вы получили от арканов, совпал с тем, что происходит у вас в жизни на данный момент. И до встречи в следующих видео.